Их четверо, и они во всеоружии с собой. У волонтеров, которые пришли на Саранский консервный завод, все, что нужно для того, чтобы помочь высказать свое мнение. Планшеты, доступ в интернет. В обычной жизни это студентки, сейчас бойцы армии добровольцев. Не только мы ездим, набирается народ, по 4 человека в основном, и в определенный период времени они ездят. То есть мы чередуемся. Это наш первый опыт, первый раз на предприятии пришли. В основном школы и садики. Все организовано, народ очень хорошо идет, все голосуют. Когда приходят первые голосующие, становится не до разговоров. Каждый из сотрудников консервного завода «Саранский» сейчас на работе. Технологический процесс останавливать нельзя. Но процесс голосования постарались организовать так, чтобы он не мешал производству. Николай Саумов, как и положено руководителю, подает пример. Даже в своем плотном графике находит несколько минут, чтобы отдать голос за территорию, которую в следующем году хочет видеть преобразившейся. СКЗ – предприятие, известное своей экологичной, полезной и вкусной продукцией, но также известное своей социальной ответственностью. Естественно, что к организации такого общественно значимого дела здесь подошли со всей серьезностью. На консервном заводе мы выстроили это голосование так, чтобы не отвлекать нашего рабочего, потому что они находятся на технологическом процессе. Человек, который имеет место ИТР, время, бухгалтера, ИТР, и люди, которые по очереди выходят с линии, они голосуют, волонтеры помогают им. Голосуют освобождающиеся работники производственных линий, не отстают люди, занятые в офисе. Все происходит быстро и просто, оставляя приятное ощущение причастности к чему-то большому и нужному. Хорошо, что у нас появилась такая возможность проголосовать за территорию, которую будут благоустраивать. А то, что наш город преображается, это само по себе приятно. И вдвойне приятно то, что мы можем поучаствовать в этом событии. Сейчас не сезон, поэтому в штате консервного завода «Саранский» не так много сотрудников. Зато возможность высказать свое мнение по поводу городского благоустройства получит каждый. На предприятии уверены, к завершению работы волонтеров доля проголосовавших здесь будет очень близка к 100%. Павел Степаненко, Евгений Фролкин. Наши новости.